с моей точки зрения, ну, поскольку я стал театром заниматься не так давно, а до этого я занимался кино, и, в общем, кино... Успешно. Ну, и кино все-таки командная работа. Театр — это более индивидуальная работа. Я считаю, что надо просто работать в команде. Нам нужно уметь слушать, нужно уметь давать возможность делать, особенно режиссерам на театре, то, что они хотят, и давать возможность им проявлять себя так, как они хотят. Поэтому моя основная задача – не мешать. А что касается нашей работы с Андреем, ну, мы как-то, не знаю, как-то у нас получается, мы работаем душа в душу, и, мне кажется, неплохо друг друга дополняем, потому что мы, конечно, спорим и не всегда друг с другом согласны, но мы идем на какие-то взаимные компромиссы для того, чтобы получить определенный результат. Но договариваемся мы всегда на берегу о том, что мы делаем и как мы делаем. Я могу сказать честно, я когда посмотрел эскиз год назад, да, на лаборатории Лизы, я был в очень больших сомнениях, станет ли это или нет. И, в общем, во многом меня Андрей убедил, что нам нужно рискнуть. И сейчас я считаю, что... это был абсолютно оправданный риск, потому что от эскиза до спектакля пройден совершенно невероятный путь, потому что если бы вы видели эскиз, то вы бы увидели совершенно другое произведение. Ну, совершенно другое. Совсем. Но когда я узнал, что придумала эта девочка и как она хочет это делать, я подумал, что ну, надо обязательно рискнуть. А Андрей меня в этом еще и убеждал. И окончательно убедил. Поэтому я не знаю, кто придумал, кто тебе рассказал про мою авторитарность. Это может у меня вид такой авторитарный. Но вообще-то я вполне себе такой компромиссный человек. В творчестве, во всяком случае, потому что я считаю, что в первую очередь... Но на театре точно нужно давать возможность и делать так, чтобы попытка раскрыться режиссеру и актерам была дана максимальная, поэтому мы с этой молодой командой носились как с писаной торбой. Было очень много сложностей, они же молодые, они-то как раз пока не компромиссные. И это очень хорошо. С моей точки зрения. Мне вообще спектакль нравится очень. Я считаю, что это еще одна удачная очень работа нашего театра. Вы можете со мной совершенно не соглашаться, мне плевать. В этом, наверное, авторитаризм. Вот. Я могу раскрыть секрет. Вот у нас свет погас раньше в спектакле. Там на самом деле они минуту еще должны, две героини стоять и молчать. Две минуты. Вот. Вот в этих вопросах Мясник авторитарен, то есть он не будет разбираться, из-за чего это случилось, не будет выслушивать, не будет выслушивать там, да, из-за чего это произошло. А как бы когда действительно какое-то у режиссера есть художественное видение, это для меня для самого удивительно, да, Дмитрий Дмитриевич, он достаточно всегда к этому с большим уважением относится, с большим, чем театральный режиссер. Потому что театральные режиссеры, они же мастера, они знают, как надо, они там сократят, уберут, переставят, актеры заменят. Вот. Вот Дмитрий Дмитриевич, он с уважением относится к режиссерскому видению.